Как вы говорите, рука в руку. Я горжусь с вами, женщиной с активной жизненной позицией. Умный, красавец. Ой, прям. Где вы красавица? Вот такой человек остается, вот когда посмотришь, послушаешь, столько стихов, какие стихи хорошие, замечательные, на природе. О людях, о любви. И так далее, душа радуется. Желаю вам творческих успехов. И этот сборник, который сегодня выпустили, я сегодня там в администрации его пропагандировал. И Виктор Владимирович лично передает тоже поздравления с этой книгой. Я думаю, она будет не последняя. Успехов, любви, так держать. Мы вас крепко любим. Любви к жизни. И от нас Нины вот, этот, вот эти прекрасные... Как это называется? А я не знаю, как они. Тюльпаны с герцинтами. Пахнет? Поздравляю. Ой-ой-ой. Ну, конечно, мы с ним любили. Давно друг друга знаем. Я его помню совсем маленьким. Между нами разница 20 лет. Да. Всего-навсего. Спасибо большое. Ну, чем, наверное, потихоньку начнем начинать? Давай, подожди. Потом это вы, как я только немножко скажу, перед... Ну, давайте, вы... Тут незапланированный один момент. Надо Александре Федоровне тут одному человеку кое-что вручить. Давай. Вначале, а то потом лежит этот товарищ от нас. Дорогие друзья, вы помните о том, что мы за прошедший год награждали благодарственными письмами тех людей, которые помогали нам строить работу в обществе. Мы отблагодарили редакцию и Ольгу Анатольевну и многих других. А вот письмо благодарственное от нашего областного общества инвалидов мы никак не могли вручить Владимиру Анатольевичу. Мы очень благодарны ему за то, что он нам помогает во всем. В нашей работе, освещает ее. И поэтому мы желаем доброго здоровья ему, успехов в труде, ну и долгих-долгих лет жизни. Владимир Анатольевич. Сказать, что вышел вот новый сборник «Память сердца». Ну тут, конечно, стихи не все новые, есть и новые. Есть стихи, которые, значит, сюда перешли из сборника «Мои негромкие стихи». Есть стихи, которые печатались в газетах, в журналах. Но есть и новые стихи. Я еще хочу начать. Вот у нас сегодня должна быть такая теплая, домашняя, дружеская обстановка. Хочу начать с того. Вот порой возникает вопрос. А зачем вот это все? Зачем она пишет? Зачем она печатает? Зачем это ей нужно? Я, если славы, какая слава? Читает меня ограниченное количество людей. Если преследую какие-то материальные выгоды, материальных выгод. Выгод никаких нет, потому что издают книги на свои деньги с небольшой спонсорской помощью. Так. Душа у каждого человека есть такое стремление, чтобы передать свои мысли, свои чувства, свое восприятие жизни, передать другим людям, поделиться с ними, поделиться, может, своими наблюдениями, своим жизненным опытом, может что-то подсказать, может получить обратный отклик, находит ли эти слова, это все отклик в других сердцах. Вот это свойственно многим людям. И многие люди находят для этого свои разные, так сказать, приемы. Одни вот, пишут стихи, кто-то, значит, поет песни и выражает все это в своих песнях, кто-то рисует картины, кто-то занимается фотографией, кто-то вот мастерством ручным занимается. Неуклюжий стих. И с той поры они всегда со мной. Они моя отрада и любовь. И с ними жизнь моя становится другой. Я возвращаюсь, к ним возвращаюсь, мысли вновь
и в лоб. Что касается... Хлопать не надо, давайте так. Что касается моего этого нового сборника, вот я в предисловии написала, хочу сказать, что я могу это немножко зачем своими словами, я тут прочитаю то, что сама написала. Дорогой читатель, ты держишь в руках новый сборник стихов «Память сердца». Это память о детстве, о юности, о взрослении, о наиболее ярких мгновениях моей жизни. Также в них нашли отражение мои поиски смысла жизни, мой взгляд на назначение человека на земле, боль за будущее нашей страны. Значительная часть сборника мой возраст, время философских размышлений, когда уж не туманит ум игра былых страстей, когда становишься вдруг холодно раздумным, следя за чередой летящих в вечность дней, когда тебя уж не тревожит мелочь будин, когда о высшем грезит уж твоя душа, когда ты знаешь, что совсем уж скоро будет под жизнью всей подведена черта. Еще один рывок, и вот он, финиш. Итог всей жизни, итог исканий, жизни всей. И только лишь теперь так ясно видишь, как много мелкого, пустого, пустого было в ней. Но много было и других мгновений, удачи, счастья, радости, любви, душевного полета, вдохновения, высоких чувств, сердечной доброты. Мой возраст – время философских размышлений, когда уж не туманит ум игра былых страстей, когда становишься вдруг холодно разумным, следя за чередой летящих в вечность дней. Ну, называется мой сборник «Память сердца». Предисловием к этому сборнику я взяла вот такие слова, которые выражают суть этого сборника. Позабылось уж детство, исчез юности след. Что осталось в наследство от прожитых мной лет? А осталась мне память, память сердца, души. И порою так мало прежних дней не рожи. Вот называется сборник «Память сердца». Открывается этот сборник со стихотворения, но вот недавно я написала, называется это стихотворение «Дом детства». Между прочим, в Укурине, где я родилась, до сих пор этот дом есть, стоит. Я часто проезжаю, смотрю на него. И вот вылилось это вот впечатление, все вылилось стихотворение. Бьется над крышей дымок, а за окном темнота. Возле калитки сугроб, за ночь метель намела. Старый деревенчатый дом, крошечных комнат тепло. Больше полвека, как в нем, детство осталось мое. Детство осталось в нем жить, память о прошлом храня, чтоб я могла дорожить детством своим навсегда. Здесь моей мамы тепло, здесь и отца доброта, здесь я когда-то давно мир познавать начала. Здесь научилась читать, в книгах мир новый нашла, здесь научилась мечтать, крылья душа обрела. Отсюда однажды ушла в мир незнакомый, чужой, там свою дом нашла, которая стала судьбой.
промчались года, жизни путь пройден большой, только в душе навсегда детство мой домик родной. Старый бревенчатый дом, крошечных комнат тепло, больше полвека, как в нем, ждет меня детство мое. Когда звенела уж копель, были проталины видны, и пар струился от земли. Природа вся ждала тепла, но ночь холодною была, и в ранний предрассветный миг раздался мой победный крик. И в тот миг из небытия мир эта жизнь пошла моя. Я других не хуже и не лучше, и у всех нас общий дом земля. Мой приход зачем-то был здесь нужен, коли родилась на свете я. Затерялась где-то в синей дали юность комсомольская моя. Где-то без меня седыми стали комсомольские подруги и друзья. Вот о юности у меня много тут стихов написано. О молодости. Ну вот сейчас пусть Клара Романовна и расскажет стихотворение, которое называется у меня «Воспоминания о юности». Как ветра воспоминания о юности прекрасной, о той поре далекой, что растворилась в вечности, о гордой и высокой, веселой и беспечной. И было это время, как солнце золотое, еще ошибок время мы не несли с собою, еще не так... Не бороздили, еще не бороздили лицо наши морщинки, и на висках не стыли предатели сединки, и мир казался ясным и радостным и светлым. Закаты были красными, желания заветными. Какое-то счастье быть молодой, здоровой, не знать тоски ненастья и быть всегда готовой бежать, спеши, встречаться, бродить ночь до рассвета, знакомиться, влюбляться и пропадать вновь где-то, как ветра трепетание, как нежный звук неясный. Мои воспоминания о юности прекрасной. Спасибо. Я в 14 лет ушла как из дома, поступила в Сретенское педагогическое училище. Так, считайте, у меня дома не было, потому что потом рано мама умерла, рано отец умер. И вот с 14 до 18 я училась в Сретенском педучилище. И вот я в 55-м году окончила это педучилище, и с тех пор там ранняя юность прошла, в Сретенске. И с тех пор вот уже 60, наверное, 61 год я в Сретенске не была. Я там ничего не видела. Не знаю, как изменилось. А это мне, между прочим, место моей ранней юности. И вот я, размышление о том, что я ни разу не была, у меня вылилось под такое стихотворение, называется «Ностальгия». Где-то там, за синими горами, где там, где мне уж больше не бывать, бродит моя юность вечерами, ищет то, чего уж не сыскать, ищет то, чего уж нет в помине, что ушло, растаяло, как свет. По траве крадется сумрак синий, прошлого стирает легкий след. Но стоят свидетели немые лет ушедших и минувших дней. На тропинку падают косые тени постаревших тополей. Да еще невыразимо грустно веет чем-то от уснувшей тишины. Кто на свете разгадать сумеет тайные
движение души. Где-то там, за синими горами, там, где мне уж больше не бывать, дрожит моя юность вечерами, ищет то, чего уж не сыскать. Отзвенели ручьи по земным перекатам челны. В тех челнах ей уже не вернуться, ведь законы строги. Лишь порою нам снится время нашей весны, лишь порою нам снится все, что было тогда. Позабытые лица, дорогие друзья, их немного осталось жить на этой земле. Навалилась усталость уж на плечи и мне. Навалилась усталость, и ее не стряхнуть. Видно, время настало, чтоб и мне отдохнуть. Ни о чем не жалею, ни о чем не грущу. И о том, что старею, и о том, что уйду. Но одно знаю точно, не уйду совсем я. С этим миром так прочно душа свита моя. Буду жить в шуме ветра, и буду жить в шуме ветра. Подождите. Буду жить в шуме ветра, и сейчас я найду. Ну ладно, пропустим. Лепетание листвы. Я тропинкой весенней из земли прорасту, и дождинкой осенней снова в землю уйду. Отплывали закаты, отзвенели ручьи по земным перекатам. Время гонит челны. И вот я хочу, хорошо, конечно, возвращаться в мыслях. Другой раз утром рано проснешься, вечером поздно ляжешь спать, мысли возвращаются, все прошлое, все. Это хорошо возвращаться и вспоминать свою раннюю молодость, юность. Вот у меня есть стихотворение, называется «Запах черемухи». Наверняка слышали вы его. Запах черемухи, запах черемухи, память хранит много лет. Запах черемухи, юности давний привет. Помню той ранней весною счастливой черемуха пышно цвела. Какой молодой и от счастья красивой я той весною была. Помню глаза твои ясные, чистые, помню признание слова. Ветку черемухи белой, душистой ты подарил мне тогда. Запах черемухи плыл над домами, кружил слегка голова. В синей дали за седыми туманами юность осталась моя. Весен немало с тех пор пролетело, все изменили года. Только черемуха кружевом белым каждой весной цвела. Запах черемухи память хранит много лет. Запах черемухи юности давней привет. Но это было так давно. Сгорели тысячи закатов и 40 зим с тех пор прошло. И 40 весен прошло небо, шел снег и дождь
стучал в окно. Я позабыть его. Ведь это было так давно. Но вот недавно, среди хлама, минувших дней, минувших лет, попала в руки телеграмма. В ней подписи и даты нет. А в телеграмме одно слово. Встречай. И больше ничего. И вдруг в душе воскресло снова все то, что было так давно. Восторг, испуг, сомнения, муки, душевной радости порыв, как после тягостной разлуки стою, листок в руках раскрыв. На сердце горечь, боль, досада, ведь в тот момент я поняла, тебе я нравилась когда-то, не знаю, что люблю тебя. Потом слышу, что еще на земле, о том знаю, но уже я тебя не увижу, а увижу, совсем не узнаю. Ты теперь не такой, каким знал. Изменили нас люди и время. И я тоже от жизни отустала. Не стихнуть с плеч прожитых лет бремя. Но ведь все же в нас что-то осталось от тех ярких мгновений, а не только тоска и усталость. Память сердца мы знаем нетленно. Что ты где-то живешь, о том слышу. Что еще на земле, о том знаю. Но уже я тебя не увижу. А увижу, совсем не узнаю. И до следующей встречи с прошлым все-таки. Я верю, я знаю, бессмертна душа. Я знаю, что наша любовь, наша нежность к нам в жизни вновь вернется сполна. Я знаю, что мы уже жили когда-то. Вместе когда-то встречали рассвет, купались в лучах золотистых заката, нам звезды дарили таинственный свет, и в вечность летели не годы, столетия, но связь между нами прервать не смогли, сквозь толщу времен и сквозь и сквозь тьму лихолетья здесь, в мире ином, снова встретились. И я узнаю вдруг черты позабытые, и голос знакомый всем сердцем ловлю. Ответь мне скорее, меня не забыл ли, а я же тебя, как и прежде, люблю. Ну вот тут эта встреча с прошлым, значит. Ведь это же чудо, ведь это же счастье, что снова мы встретились в жизни с тобой. Пусть чудо случается с нами нечасто, но все же оно случилось со мной. А я не ждала, я уже не мечтала. И даже представить себе не могла, что можно начать все опять и сначала.
вернуться туда, где когда-то была. И кажется, жизнь вся летит по спирали. Мы с каждым витком поднимаемся ввысь, и все, чем мы жили, о чем мы мечтали, на новом витке возвращает нам жизнь. Но только спираль ведь не круг и не плоскость, и я понимаю все это вполне. Вернуться нам в прошлое стало возможным, но в мире ином и на новой волне. И кажется, все так, как было когда-то. Все те же деревья и те же дома. Но что-то покинуло нас без возврата. И мы уж не те, кем мы были тогда. И пусть мы не те, и пусть жизнь уж другая, и все перепутано нашей судьбой. Но все же я чудом и счастьем считаю, что снова мы встретились в жизни с тобой. Троны и причалы, самолеты, поезда и большие города. Были встречи, расставания, долгожданные признания и вечерние гуляния, и восторги, и страдания, и рассветы, и закаты, и тяжелые утраты. Я взрослела и умнела, расставалась, вновь влюблялась, уходила, возвращалась, я сердилась и прощала, то звала, то выгоняла. В жизни счастья я ждала. Это значит, я жила. Причудливое кружево из света и теней легко скользит по комнате моей. И на мгновение кажется, что это лишь череда прожитых мною дней. Вот пятна светлые, не радости и счастья, а эти темные печали и тоски. Все в моей жизни смешивалось часто, легко вплетаясь в кружево судьбы. А свет тускнеет, постепенно тает, и вот уж на стене нет ничего. И так же жизнь уходит, исчезает, лишь легкий след оставит на земле. От моих предков во мне что-то сохранилось. Какой-то легкий свет, почти намек. Какая-то неведомая сила порой со дна души моей встает. И в те мгновения, словно озарение, как будто свыше на меня сойдет. И я сквозь все преграды и сомнения грядущих дней вдруг ясно вижу ход. Но это длится так ничтожно мало. Яркий молнии мгновенный свет мелькнет, и вот уж все пропало. И ты гадаешь, выдан или нет. Меня влекут мистические тайны. Я верю в высший разум и в судьбу, и в мир иной, и в мир иной, и в предсказания. В приметы, в ворожбу. Живу в плену предчувствий и сомнений, тревожных ожиданий дни полны. Ко мне приходят яркие видения, и вещи порой снятся сны. И в том, что я в плену чьей-то воли, что неведомо грустит моя душа,
виною капелька той древней крови, что мне в наследство предками дана. Не знаю, что нас дальше ожидает. Что станет с нами в бесконечности мгле? Один Создатель, лишь об этом точно знаю. Я в высший разум верю до конца и в то, что замысел его был гениальным, что мир наш, созданный усилием Творца, не может быть нелепым и случайным. Не зря же душу в нас Господь вложил и наделил нас разумом и сердцем. Лишь для того, чтоб сколько хватит сил, мы все стремились к красоте и совершенству. И силы в свои тратили на то, чтоб накопить душевное богатство и вдруг понять, что все мы неделимое, одно земное человеческое братство. Душа, вот сейчас пойдут о душе немножко. Душа не терпит пустоты и серости. Душе нужны высокие миры, а нам порою не хватает смелости, чтобы бросить все ради своей мечты. Боимся мы жары, мороза, ветра, и дорог нам наш сиренький уют. И глушим лучшие порывы сердца лишь для того, чтобы жить, как все живут. Душу предав, живут иные ради тела, чтобы его одеть и накормить. И ради этого порой готовы сделать то, что душа не сможет век простить. И, наконец, добившись жизни места, укору совести за подлость заглушив, вдруг ощущают пустоту, а не вместо измученной, страдающей души. Мы замечали, таких много стало, тех, что по жизни без души идут. У них ничего святого не осталось. Они за деньги вас разденут и убьют. Так берегите души ваши свято, за счастьем призрачным не торопитесь след, и помните, настанет час расплаты, за все придется там держать ответ. Отчего, сама я не пойму, быть может, с нежностью меня вдруг вспомнил кто-то, и мое имя прошептало на ветру. И этот звук покрыл все расстояния моей души, коснулся вдруг слегка, как будто через годы расставания меня погладила любимая рука. И сердце в ответ нежно встрепенулось, готовое надеяться и ждать, и верить, что минувшее вернулось, что счастье где-то ждет меня опять. Нет уже покоя от смятения, от ожидания смутных перемен. Но это беспокойство и волнение приходит боли и тоски взамен. Хочется вновь жить открыто,
и без разбора всем дарить подарки. Взамен не ожидали ничего. И сниться будут вновь неведомые дали и красота непознанных миров. Душа, расправив крылья, как вначале, парить вновь станет, сбросив груз оков. И жизнь наполнится вновь ожиданием того, что предстоит еще пройти. И будет душа грезить о свиданиях на перекрестках звездного пути. Есть и стихи, которые пронизаны болью за нашу страну, за будущее нашей страны. Рассуждения о... Вот есть у меня в чем в жизни смысл, рассуждение вот о смысле жизни, о том, значит, чего мы лишились в этой жизни. Я сказала тут стихотворение «Верните мне мою страну». Есть у меня стихотворение «Первое о мае», там называется, ты помнишь, товарищ, как раньше встречали праздник весны и труда. И есть у меня вот новое стихотворение, вот одно из стихотворений, значит, «Что внукам правду». Оставим мы наследство. Вот это стихотворение я хочу вам сейчас прочитать. Я уж на всякий случай открою страницу. Где-то оно у меня тут есть. 24. И прочитаю вам. Что внукам-правнукам оставим мы наследство? Какое станет страна наша через век? И будет ли хозяином на ней? Нам неизвестно. Многострадальный русский человек. Ведь если все так будет продолжаться, то, может, через век или через два не русским словом страна будет называться. На карте мира будет ли она? Уже сейчас названий русских мало, и все вокруг на иностранном языке. Товаров русских уж у нас почти не стало. Все только импортное уж у нас в стране. И эталоном стала жизнь для нас чужая. И не по-русски все в квартирах и домах. О заграничном отдыхе элита вся мечтает. Все иностранное и в мыслях, и в делах. Реформы все копируются с Запада. Все русское идет на слом в развал. Ваучеризация, потом приватизация. И вот уж правит, правит иностранный капитал. Решили так. Зачем пахать и сеять, заводы строить и дела вершить? Ведь нефть и газ в избытке мы имеем, остальное можем мы купить. И вот уж нет колхозов и совхозов, закрыты фабрики, заводы, детсады и нищеты. Да, российских сел в сердце занозой. Зато миллиардеры появились на Руси. Когда ж научимся мы жить в стране по-русски, когда не нужен будет нам чужой совет, ни американский, ни немецкий, ни французский, и своего ума у нас теперь уж нет. Что внукам-правнукам оставим мы наследство? Какой станет страна наша через век? И будет ли хозяином на ней? Нам неизвестно. Многострадальный русский человек. Верните мне мою страну.
испарилась. Я не пойму, какая власть, какая злая сила ее украла у меня, оставив быть безродной. Где та страна, где я была счастливой и свободной? Осталось детство в ней мое. Была там октябренка и пионерское звено, бой барабана звонкой. Я комсомолкой там была, была там патриотом. Мечтала, верила, ждала я светлой далеко. И жизнь моя тогда была высокой, чистой, светлой. И ту страну любила я всем сердцем беззаветно. Верните мне мою страну. Быть не хочу безродной. В моей стране я жить хочу великой и свободной. Там были люди все равны. Кругом друзья и братство. Была там алчность не в чести, не кичились богатством. Там не было господ и слуг, и жирных богатеев, тех, что народное крадут и в праздности балдеют. Уж растащили всю страну, присвоили, сгубили и все народное добро себе в карман сложили. Они присвоили, сейчас подождите, я перенесу, они присвоили себе богатство всей страны и грабят недра и леса в угоду сатаны. А сатана-то капитал жестокий, беспощадный, все под себя в стране подмял. Нет от него пощады, во что народ свой труд полагал, что создавал, что строил, себе присвоил капитал, свой гнусный мир построил. Верните мне мою страну, быть не хочу безродной, в моей стране я жить хочу любимой и свободной. Мы живем в России и будем жить и умирать в России. Но мы жили в Советском Союзе и не тоже любили. Союзе, и тоже в Советском Союзе все любили. Но мы ничего против России не делаем. Ничего не делаем. Мы живем так, как и жили. И мы чувствуем ее своими пальцами и глазами видим и слышим. И я всегда эту песню вспоминаю. Умывает красносолнышко, руки теплые в росе, и Россия, как Алёнушка, пристает во всей красе. Синий крест рукава в
петлиная, загрущу в чужом краю, вспомню небо серебристое, песню русскую свою. Не вблизи, не вдали, я не знаю земли лучше той, что меня. Зачем мне это? Кто преподнес мне этот дар? Зачем в душе струна задета? Зачем она ловит сигнал? Ну, еще все-таки такое. Я люблю зимой сумерки ранние, когда гаснет король. День. По снегам бродят отблески странные, за окном полусвет, полутень. Все вокруг нереально, изыбка, всюду символы, тайный намек, тишина с полудетской улыбкой в уголке притаилась и ждет. Ждет, когда я, закрыв двери, в полутьме сяду в кресло мое. Она прыгнет ко мне на колени, тихонько заглянет в лицо. Мы начнем разговор молчаливый о минувшем, о давнем, былом, когда я была юной, счастливой. И мы с ней сидели вдвоем. Тогда праздником был каждый вечер. Жизнь манила, к веселью звала. На концерты, на танцы, на встречи одинокою я не была. Тишиной не звала я подругой. Были с ней незнакомы тогда. Вчера проводила я с другом, и казалось, так будет всегда. Но судьба все решила иначе, и теперь я осталась одна. Никого нет, а это все значит, что со мной рядом лишь тишина. Я люблю зимой сумерки ранние, когда гаснет короткий день, по снегам бродят тот близки странные, за окном полусвет, полудень. Много тут у меня стихи о природе. Я и в том сборнике печатала стихи о природе. Я считаю, что стихи это неотъемлемо. Но я хочу сказать, что я природу воспринимая стихи, пишу не просто вот о природе, о всем. Природа всегда у меня неразрывно связана с моим настроением,
своим настроением, своими чувствами. Не то, что это весна, у весны есть грустные моменты. Осень, о, осени рассвет, значит, многоцветие, значит, все это осенью в то же время и грусть, и радость какая-то, плоды пожинаются. Очень много. Я хотела, вот сегодня хотела бы тут, Нина должна была быть, Сапова Нина Михайловна должна была стихотворение рассказать. Но я всего три небольших стихотворения вам, значит, даже два прочитаю из природы. Ну, связано, взаимосвязано. Вот такое хотя бы стихотворение. Закружил листопад, закружил, захватил мою душу в плен и унес в тишину берез, царство неги, покоя и грез. Будет спать там душа до весны, будут сниться ей звездные сны, и баюкать ее будет лес, и алмазы дарить ей с небес. Будет спать она в сказочном сне, чтоб проснуться потом по весне, отдохнув от житейских забот, снова в мир молодой пойдет. Закружил листопад, закружил, захватил мою душу в плен и унес в тишину берез, царство неги, покоя и грез. Алина, хотела мое стихотворение рассказать. Мы живем накануне Нового года. У меня там оно, праздники Новый год, у меня тоже есть несколько стихов. Ну, вот есть такое коротенькое, которое ей понравилось. Она хотела тут почитать и поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Вот оно называется стихотворение «Январь». Окна покрыты тончайшим узором сказочно-тиных хрустальных цветов, а за окном по беспрежним просторам слышится звон серебристых подков. Мчится январь на коне белоснежном, молод, прекрасен, по-синему чист. И по полянам седым и заснеженным с вьюгой летит его радостный свист. Мчится январь по долинам, по тропкам, Новый год людям в ладонях неся, чтоб мы, как прежде, с надеждой уроками снова поверить смогли в чудеса. Ну, будем тут заканчивать последние какие. Сколько жизни еще мне осталось, мне об этом узнать не дано. Снегирей красногрудая стая прилетела ко мне под окно, словно вестники мира иного. Тихо тронули душу мою, а неведомый голос мне снова тихо шепчет про тайну свою. Ты примих посланцев небесных, что несут тебе благую весть. Есть немало миров неизвестных, где тебе будет лучше, чем здесь. Но иного я мира не знаю. С этим миром расстаться мне жаль. С каждым разом бессильнее стая, с каждым днем моя глубже печаль. Полететь или остаться возможно, поскорее решить надо мне. Только выбор мне сделать так сложно, что-то держит меня
но решиться мне все-таки надо. Мое время подходит к концу, на душе уж покой и отрада. Скоро с ними и я полечу. Сколько жизни еще мне осталось, мне об этом узнать не дано. Снегирей красногрудая стая прилетела опять под окно. Я благодарна высшим силам за миг рождения на земле, за небосвод хрустально-синий, за цвет черемух по весне и за проталины лесные, за птиц, за зимний снег, за сейчас, за проталины лесные, за летний злой, за зимний снег и за восходы голубые, за вечерний грустный свет, за шум дождя ночью весеннюю, за птичий гомон поутру, за красоту берез осенний, за то, что я до слез люблю, за счастье жить, все видеть, слышать, любить, смеяться, говорить, за этот дар, что дар мне свыше, весь этот мир в стихи вложить. Вот и хочется, чтобы от каждого человек должен оставить какой-то след в жизни. Вот у меня есть такое небольшое стихотворение, называется «Звезда». Оно именно посвящено тому, что каждый должен оставить какой-то след в жизни. В памяти других людей и так далее. Вот это стихотворение небольшое. Горит далекая звезда. Горит, горит она. И свет ее ярких лучей доходит до меня. А может быть, ее уж нет, сгорела уж она, но свет ее ярких лучей летит через года. И мы, из жизни уходя, в ней оставляем свет, свет своих мыслей и дела, души незримый свет. И надо в жизни так гореть, чтоб свет души твоей и через годы мог согреть сердца других людей. Я совсем не исчезну во мгле, я оставлю свой след на земле, своих мыслей и чувств теплоту. Я в стихи, словно форму, волью. Я вложу в них частицу души. Пусть живут долго-долго они, чтоб потомок мой через 100 лет от меня получить смог привет. Пусть прочтет он стихи не спеша, и на миг потеплеет душа, и наградой мне будет за все, что меня вдруг вспомнит светло. Ради этого и пишешь. Вот все мы говорим, что мы оставляем в наследство. Вот я и говорю, наследство у меня от прошлых лет досталась память сердца, память души. А что же я оставляю? Наследство. Оставляю наследство, что дороже всего, моих правнуков детства, моих внуков тепло. Пусть они то успеют, что не сделала я, пусть они то сумеют, то, что я не смогла. Пусть им лучше живется, лучше, чем жила я. И пусть их не коснется
никакая беда. Пусть им светит удача, как на небе звезда. Пусть никто не заплачет от любви и стыда. Ну, а теперь вот два романа, но там еще одна песня. Давайте в заключение. Да.